крутые парни у Santa Sosnow в деле. Всем привет, друзья, с вами спикер Альф Патруль. Итак, ребята, слушаем вводный инструктаж. Есть информация о террористах на небоскребах. Так что полетели и проверим эту информацию. У нас есть два вертолета. Я думаю, возьмем такой миниатюрный. У него есть ракета, есть пулемет. И давайте, ребят, загружаемся. Самое главное, поживей. Мы же Альф Патруль, мы элита. Так, чувак, ты должен... Что это было? У нас, походу, первый был товарищ, мы потеряли. Хорошо, у нас осталось всего лишь трое. Давайте проверим информацию о небоскребах. О террористах на небоскребах. В принципе, неплохо так набирает скорость. У нас вертолет. Так, у нас предстоит дело с камерой. У нас есть из кабинки. Может, конечно, из кабинки подстреливать. У нас есть ракетки. Без наводки ракеты. И я вижу, у нас есть три больших небоскреба, которых реально самый высокий. И давайте проверим сперва стройку уже. Ну что, ребята, готовы потерять уже свою жизнь? Ради дела. Берем небоскребу, и я вижу, какая-то наводка. Хорошо, пошла ракета, вижу, там есть парочка терроров, у нас есть. Хорошо, берем пулеметчик, ребята, открывайте нам поражение. Слушайте, их довольно много там. Даже не знаю, есть у них РПГ, либо нету. Ну, конечно, будем мочить всех. Ух, как пулеметом прошлись, только маленько в сторону. Хорошо, идем еще один заход, и уже поточнее. Это была разведка боя. Ребята, открывайте огонь, если что. Слушайте, нам как-то сегодня не достало даже. Вижу даже пули на вертолете. Хорошо, делаем заход еще один. Они вроде стоят так ровненько. Ровненько, что прям под пулеметик подошлись. Ух, не, чуть ниже нужно. Вот так, открываем огонь уже. Ребята, открываем огонь. Ух ты, жесть, слушайте, там очень много даже. Хорошо, еще один сделаем заход. Может даже и ракетами попробовать их маленько. Маленько снять, потому что их довольно много. Так, пошла наводка. Вижу, пошла ракетка, прям две ракеты. И вижу, даже падают трупы какие-то. Так, вижу еще, есть еще сверху трое, четверо, там очень много даже. Они просто в рассыпную. Мимо. Это был РПГ, походу, либо Стингер, даже не знаю. Хорошо, ребята, все в порядке, живым, пытаются еще отстрелять. Нужно чуть ближе для вас, и уже, конечно, вы откроете огонь. Я как-то слишком боюсь подлететь ближе. К тому же, у них там есть РПГ. О, готовы. Так, вижу, с правой стороны. О, с правой стороны довольно их много. Так, один минус. Второй минус сразу же. Это было круто. Хорошо, идем еще один заход. Работает Стингер, что ли? Да, нужно ходить в сторону. Все в порядке. Ну-ка, попробуем, наверное, пулеметик уже. Пулеметик маленько покрыть. Все-таки пулеметом гораздо эффективнее смотрится. Так, не подлетаем, даже не вижу, где они находятся. А, походу, здесь у нас все чисто. Вижу, парочку трупов у нас есть. Ох, нет, их там еще очень много. Ребята, открывайте огонь. Так, мы пока еще все живы. Все живы и все в порядке. Хорошо, где можно такой за... Ох, жесть, уходим в сторону. Нормально. Так, давай-ка чуть выше, даже боюсь подлетать. Можно даже встать на расстоянии уже и отстреливать их вот таким макаром. Хо-хо, довольно эффективно. Так, третий пошел. Третья ракета пошла, и довольно круто. Так, я вижу, только остались трупы. Можно, конечно, сесть уже и зачистить это место. Так, ребята, все в порядке? Что-то жалуется. Хорошо, уже садимся на крышу и зачищаем. Слушай, довольно много трупов. Наверное, террористов было 20. Хорошо, ребята, высаживаем, все живы, все в порядке. Да, все живы, все в порядке. И что у нас есть? Так, вижу, какие-то деньги же валяются, оружие. О, ребята, даже сват, походу, у нас был штурм. Какие-то есть голоса. Хорошо, у нас, видимо, тут все чисто, здесь больше никого я не вижу. Давайте все-таки загружаться снова вертолет. А как досталось вертолету-то? Поднимаемся на самый верх и защищаем уже крышу небоскреба. Хорошо, ребята, открываем огонь на поражение. Мы поднимаем, что там дымится даже. А, вижу, с правой стороны уже поймали кого-то. Итак, кто у нас? Сколько там террористов? Обалдеть. Там их довольно много. Вижу, кого-то есть на кране. Кто-то есть на кране. Хорошо, огонь сразу же. Эффект внезапности у нас уже пропал. И уже нас спалили. Хорошо, ребята, открываем уже пулеметом. Открываем огонь пулеметом. Ух ты, да, пулемет довольно тоже эффективный. Ох, кого-то спили даже. Это было круто. И что у нас? Сколько сигар-то? Сколько РПГ-то? Хорошо, идем еще один заходик. Ребята, все в порядке, все живы. Сейчас проверим. Да, все в порядке, все живы. Хорошо, ребята, открываем огонь на поражение сразу же, как только будем возле здания. И я уже набираю скорость. Просто на скорости пролетаем. Я уже включу ракетам. Вот так, с помощью ракет. Хо-хо-хо. Что-то там рвануло жестко. О, сколько РПГ в нашу сторону-то? Обалдеть. Жесть, вот это было зрелище. Прям Новый год какой-то. Хорошо, с помощью ракет, конечно, гораздо эффективен. И уже можно держать дистанцию. Потому что приближаться туда довольно опасно. Так, вижу, если есть еще снизу. Так, наводка пошла. Наводка просто не успевает всех поймать. Так, пролетаем. Там есть еще очень много сигар, очень много РПГ. Значит, там еще много террористов. Хорошо, ребята, мы готовы, конечно, всех уничтожить. Жесть. Нужно будет еще проверить остальные небоскребы. Хорошо, делаем заходик. Это просто зрелище. Нужно проверить между зданиями еще. Так, пошла ракетка. Ваша ракета прям в него. И он готов.
Так, еще можно даже маленько зависнуть. Это чей вертолет? Походу обычный вертолет. Так, хорошо, нужно еще парочку ракет нужно. А он готов. И нужно сделать место для уже высадки и, конечно, высаживаться. Так, пошел ракет. Чего? Там сразу двоих сняли. Их там еще очень много. Можно, конечно, взять пулеметик уже с помощью пулемета попробовать. Ну-ка, чуть ближе. Короче, ребят, открываем огонь сразу же. Я чуть ниже приземляюсь. Эх, жесть. Серкин, двоих мы доцепили. Мы уже на борту. Жесть, походу потеряли вертолет. Уходим. Ребят, открываем огонь уже. Что происходит-то? Мы уже реально в западне просто. Ребят просто раскромсало в прух и прах. Хорошо, нужно найти уже место и начать отстреливать. Он готов. Обалдеть, как-то не очень удачно приземлились мы. Так, готов. Так, ты умри. Там есть еще с правой стороны. Мне нужно реально уже какое-то подкрепление. Ребята, идем в атаку уже. Ребята прибыли. Так, ну, с другой стороны. С другой стороны меня прессуют. Прикройте меня. Так, он готов. Но еще РПГ работает. Ох, жесть. О, прям в нашего. Это было больно. Как все трясет. Реально очень сложно прицелиться. Так, наша сталь жива. Да, парочка еще сталь живы. Некоторые, конечно, неудачно. Что происходит? Там еще ребята остались. Походу, нас потеряли маленько. Так, минус 2 террора. Готово. Есть еще сверху РПГ, походу. Либо он мертв. Нет, есть живой. Чувак, прикрой меня с левой стороны. Там чувак с РПГ. Готово. Ты живой? Нет, он, походу, мертвый. Хорошо, у нас есть хорошее укрытие. Что ты пытаешься? Сесть в вертушку, что ли? Но у нас, в принципе, есть гренки. Паша, гренки уже в вашу сторону. Ох, одну гренку туда можно и еще наверх кинуть. Как мы удачно приземлились. Так, вижу, с левой стороны нас оббегает. Он готов. Нужно уже идти наверх и защищать сверху. Хорошо, нужно мне все-таки сделать подкрепление. Парочку ребят мне все-таки нужно будет вызвать. Ребята, прикройте меня с другой стороны. Где они? Мы появились, наконец-то. Ребята, вставайте уже, прессуйте нас. Так, он готов, нас уже прессуют очень сильно. Хорошо, я пошел в атаку уже. Потому что стоять на одном месте, конечно, не вариант. Так, вижу, снизу есть. Так, он готов. Нижний уровень, походу, чистый. Хорошо, нужно все-таки вызвать еще парочку ребятишек и уже подняться наверх. Ребята, пойдемте наверх. Если что, я вас прикрою. Так, проверяем второй уровень. Походу, все-таки есть кто-то. Окей, шпиль готов. Хорошо, пойдемте наверх уже. Ребята, пойдем за мной. Сколько трупов-то? Обалдеть, все сгорели даже. Вертушка наша тоже взорвалась уже. И уже проверяем еще один этаж. Так, еще один этаж, походу, чистый. Реально обгоревшие ребята. Так, у нас здесь чисто. Все чисто. Хорошо, идем-ка наверх уже. Наверх. Нужно еще зачистить другие небоскребы. И верхний этаж, походу, у нас тоже чистый. Да, все этажи чистым, очень много было террористов, а походу кто все-таки еще кричит. Снова вертушка, и осталось проверить всего лишь парочку небоскребов. Ну что, полетели? Ух ты жесть, что это такое? Походу какие-то дирижабли вокруг здания. Хорошо, облетим с другой стороны, даже не знаю, эффект внезапности у нас присутствует, так что будем атаковать как-то внезапно. И главное, ух ты моя га, сколько их тут-то. Хорошо, нужно пускаться чуть ниже, и открываем огонь. Жесть, собираем, сколько мы собрали террора. Сколько РПГ в нашу сторону. Да, довольно эффективен был эффект внезапности. И уже, конечно, будем атаковать. Ух, пошла потеха. Окейшки, нужно сперва уничтожить дирижабли, а потом займемся и здание. Давай-ка целимся прямо на здание. То есть на дирижабле. Он готов один. И второй готов. И ребята полетели вниз. Ребята сидят на бочке с порохом. Это довольно зрелищно. Так, облетим с другой стороны. Там еще осталось парочку дирижаблей. И, конечно, уничтожим уже на крыше. Так, а вот, ребята. Ух, полетел снаряд. Мимо. А еще один мимо. В наш трон сразу 4 снаряда полетело. Так, еще один. Так, наверное, можно прям за низ. Вот так вниз, чтобы они меня не достали. И уже пристануть. Ух ты, да, получилось. Довольно эффектно. Так, еще один остался.
Еще один дирижабль, ребята полетели вниз. Хорошо, можно сделать еще один заход с помощью пулемета. Довольно эффектно получилось. И внезапно нужно, главное, набрать скорость и довольно низко пролететь. Ох, ребят, началось. Сколько сигар, сколько РПГ полетело в нашу сторону. Ох, хорошо, еще один заходик. Можно, конечно, уже ракеты использовать. Прямо возле меня был взрыв. И чувак полетел вниз. Ух, да, реально полетел вниз уже. Хорошо, можно на расстоянии пристануть уже. О, Паша, ракета. Сигар сколько летит, обалдеть. Так, сделаем уже, наверное, так заход. И можно, в принципе, замедлить. И встать прям на расстояние. И уже пристануть уже верхний этаж. А потом высадиться и уже пойти в атаку. Так, слишком как-то... О, готовый. Так, вижу, на верхнем этаже слишком их много. Так, он вижу, даже есть группа людей. Ох, сейчас будет хороший взрыв. Оху, сразу сняли четверых. Хороший взрыв получился. Так, мы еще с другой стороны, ребят, остались. Слишком много террористов, а мы всего лишь один. Рейнджер-одиночка на страже города Лос-Сантоса. Так, ну что, хороший взрыв. И, да, есть трупик. Давай же быстрее на лодке. Слишком много перезаряжаются у нас снаряды. Сразу в сторону. Сразу резко в сторону. Осталось еще парочку сигар. И, в принципе, крыша будет зачищена. Так, вижу. Наводка пошла. И хороший выстрел. Ох, как удачно-то. Так, вижу, есть еще наверху. Последний, походу, остался. Нет, там есть еще один. Может, в принципе, высаживаться уже. А главное, нужно аккуратненько. Да, верхний уровень уже зачищенный. И осталось только слева и справа. Хотя можно и на вертушке всех пристануть. Мы не сможем спуститься. Так, походу, здесь уже готово. Тут больше никого не вижу. Осталось только с этой стороны. Так, ну что, нужно аккуратненько. Эта сигарка нам не помеха. Можно же взять пулеметик. Вот взять пулеметик и уже с пулеметика добить. Ух, нет, там, походу, еще РПГ. Ух, жесть, потеряли управление. Что происходит с вертушкой-то? Высаживаемся уже. Вертушка падает вниз уже. Ну что, у нас нет вертушки, нужно, конечно, вызывать ее. Какие-то крики еще. Можно, конечно, газовыми шашками забросить уже прямо наверх. Ну-ка, попробуем. Походу, слишком далеко. Вертушка прилетела, и поднимаемся. Там какие-то крики, походу, ребята просто сгорают. Так, поднялись на самый верх. И что у нас тут? Походу, все чисто. Ребята просто сгорели заживо. Хорошо, можно, в принципе, высадиться, посмотреть, сколько осталось уже. Может, кто-то остался даже и раненый. Так, выходим. Ух ты же, сколько пулей здесь, сколько ракет здесь было. Ребята даже сгорели. Обалдеть. Вот это было зрелище. Так, у нас тут тоже никого нету. Раненых я тоже никого не вижу. Даже ребята некоторые сгорели. Да, было довольно жарко и довольно зрелищно. Так, можно даже собрать оружие у некоторых. Хорошо, осталось всего лишь посмотреть еще парочку небоскребов. Осталось главный небоскреб, это центральный, самый высокий. И полетели туда уже. Осталось разведать последний небоскреб и поднимаемся уже на самый верх. Хотя, секундочку, я, кажется, вижу еще террористов. Ух ты, там целая крыша террористов. Ну что, огонь, конечно же. Ух, там довольно их много. О, ребят, кого-то собрали даже на один. Это было красиво. Так, хорошо, делаем заходик еще один. Маленькая крыша, и там, походу, ребята только с РПГ. Я не вижу с пулеметом даже никого. Ух, нет, там их слишком много. Там слишком много с РПГ. Это довольно адская крыша. Нужно уходить маленько в сторону. Можно, конечно, высаживаться и уже и добить их вручную всех. Хотя, мне кажется, крыша очень маленькая, и приземлиться здесь даже и некуда. Так, еще один разворотик. Так, резко поднимаемся наверх. Пулемета использовать не буду, потому что там довольно ракеты будут эффективнее, чем пулемет. Там есть еще... Долго перезаряжает. Очень долго перезаряжает. Так, готово. Там есть еще ребята. Они снизу. Они снизу, и как-то очень сложно достать их. Хороший выстрел. Там еще и остаются ребята. Хорошо, нужно подняться чуть-чуть выше, и уже тогда под большим углом сможем достать их. Так, вижу, да, поднимается наверх. Эх, поднимается наверх, это он зря это. Так, он готов. Хорошо, мы будем высаживаться уже. Мимо. Это реально мимо. И уже высаживаемся. Быстрая высадка. Ух ты, жесть, все-таки мимо. О, что получилось-то? И наша вертушка падает вниз, но все-таки мы остались живы. Хорошо, на соседнюю крышу. Приземляемся. Довольно эффектно. Но вертушка прилетела, и пора уже зачистить эту крышу. Какая-то она не очень-то... А может, в принципе, даже десантироваться на нее? Это было бы даже круто.
Там никого больше нет уже. Либо кто-то есть, либо никого. Хорошо, мы уже десантируемся прямо на нее. И давай-ка откроем сразу парашют. Если что, мы добьем, конечно. Так, больше никого не вижу. Хотя, мне кажется, пролетел одно РПГ. Эх, нет, больше никого нету реально. Нет, все-таки, походу, кто-то остался-таки остался. Я его не вижу, правда. РПГ вижу, пролетел, но с какой стороны? Да, пролетел снизу, где-то прямо над нами. Вижу его. Отлично вижу и пристанем его. Ух, РПГ в нашу сторону. А это Рубик, конечно, и уже приземляемся прямо на крышу. Какой сальто получилось. Хорошо, вызываем вертушку уже и полетели последний небоскреба. Так, проверим. Так, возьмем автомат. Все чисто. Чисто у нас, наверху тоже чисто. Да, ребята были только с РПГ. Хорошо, вызываем вертушку уже и полетели дальше. Поднимаемся уже на самое высокое здание Ос-Сантосом. И эффект внезапности у нас присутствует, так что будем сразу атаковать. Так, с помощью ракет. Ох, какое высоко. Отсюда будет довольно высоко падать уже. Ох, май гад, сколько их сразу. Огонь! Просто чудом ушли от столкновения. Хорошо, делаем еще один кружок. Можно зачистить верхний этаж. Потом уже с помощью парашюта десантироваться прямо на верхний этаж. Ну и там еще много слишком. Такая маленькая крыша, и террористов довольно много. Какие крики. Сигар-то сколько пролетело-то? Реально, крыша маленькая, а террористов довольно много. Так, осталось больше трое. Трое остались наверху, и можно уже десантироваться прямо сверху. С помощью парашюта. Так, ваша ракета. Ух ты, жесть. Так, вижу, цель наведена, готова. Еще один остался. И можно, в принципе, высаживаться уже. Хорошо, высадка пошла. Надеюсь, будет довольно удачно. Открываем парашют сразу же. Пошла сигара в нашу сторону. И сверху никого нету. Остались ребята только снизу. Давай-ка открывай парашют. Нас слишком маленько занесло не в ту сторону. Все нормально пролетел. И приземляемся. Все чудесно. Мы уже наверху и уже готовы зачистить. Хорошо, берем автомат. Уже вызываем подкрепление. И, ребята, давайте поможете мне. Ребята, идете в атаку. Так, вижу. Готов. Какой взрыв-то? Ребята, спускайтесь вниз уже. Прикройте меня с другой стороны. Жесть. О, походу, ребята, сразу умер. Нет, все-таки остались парочку некоторые. Да, ребята, с РПГ довольно опасно. Кто-то еще прессует меня. Они, походу, не будут прикрывать меня. Хорошо, идем уже в одного. Нужно спускаться довольно аккуратно. Так, он готов. Теперь готов. Хорошо, быстренько спускаемся уже. Да не сюда, нужно было вниз прыгать. Давай, конечно, вниз. Окейшки. Как же страшно. Тут у нас все чисто. Труп обгоревший. Только парочка трупов. Готов. Один террор готов. Что происходит? Вот нормально. Хорошо, в принципе, кажется, и все. Нет, остался еще один. Готовый. Чувак был с РПГ. Как удачно мы убили его. Да, последняя крыша у нас зачищена. И, в принципе, мне ребята чуть помогли. Взяли на себя волну. Хорошо, на этом мы закончим с вами. А с вами был Спикер, и увидимся в других роликах. Всем спасибо и всем до новых встреч. Всем пока.